Тихо, тихо. Тихо. Пишите, батюшка. Пишите, не отвлекайтесь. Это буду я. Гоп, я. Вы, друзья, послушайте меня. В рай все воры попадают. Секундочку. Да, не имею возможности отвечать. Может быть, главная моя жизнь просьба. Прими с благословением в память о нашем прошлом, святой обители. Примите его, пожалуйста, да спасет Господь наши грешные души. Протоиерей Назарий Темишев. Хорошо. Очень хорошо. А вот теперь абсолютно частный вопрос. Можно? Скажите-ка, батюшка, а кто ж вас научил лицемерить? Разве это письмо не сулит вам вечные муки? Гореть ведь будете в гиене огненной. Или, может быть, и средство спасения, которого я не знаю. Вот это, что ли? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Вы знаете, что-то не помогает. Кто ты? А ждите, что я скажу, сатана, дьяволу. Нет. Я строитель светлого будущего. А вы кто? Советской власти я приговариваю вас к расстрелу. Привести приговор в исполнение. Такому небеси, земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть. И оставим огонь. Долги наши, как уже и мы оставляющим должником нашим. Пусть домой. Огонь, солдат, огонь. Заряжай! Избави нас от лукавого. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Пли. Пли. Давай, давай! Пли! Ну! Давай, давай! День добрый, товарищ комиссар. Подойди. Ну, избави нас от лукавого. Яко твое есть царство и сила слава. Он написал письмо? Да, написал. Хорошо. Вот документы. С этой минуты ваше имя Максим Прошин. Теперь, наконец, я могу узнать, кого я должен. В пакете. Это же... Все верно. Именно этот человек ваша цель.
15-го, по нашим сведениям, он приезжает на остров. Через 3 часа вы будете на финской границе. В пакете 16 тысяч марок. Это и есть деньги на переход границы. Перевозчику. Перевозчику? Да. Он сам вас найдет. В бухте вы должны его ликвидировать. Это следующий этап вашего задания. Если что случится, мы сделаем это сами. Ну вот, собственно, и все. Кстати, вы уже распорядились, кто останется вместо вас? Да, конечно, Жонов. Хорошо, правильный выбор. Ну что ж, желаю удачи. Надеюсь, скоро увидимся. Да. А ваш отец ведь, кажется, тоже был священником. Да. Хорошо. Очень хорошо. У вас кровь на лице. Собственно... Нет времени, деньги давай. Kilon 2:15. Selvä. Katsopas. Joo. Мальчик, а ты что, один переводишь? Нет, с подружкой. Родители? Родители-то есть? А? Ну, ладно. Кука на его отта тата пьяна каста кили. Хан ти это тяла кайки полот тоже хивен фунькету тай соси. Кацо пас веса. Как сапта туха? Как сапта туха? Ой, бог. Голема пена канен хана норпо.
Hänen äitinsä on venäläinen, kuoli tänä kesänä. Ja iso puoli, jopparatti, on ajanut lapsen ulos kodista. Sillä lailla. Hiljaa, Vesa. Hiljaa. Älä tee mitään. Mikä se on? Ole hyvä ja katso ylös. Jumala. Ylös. No. Se on orava. Ai, se orava. Nonne. Orava. Joka paikassa olet näkivinäisen loikkareita. Oi, oi. Onko te kysyä? Onko saunaa jo valmis? О чем они говорили? Смотри, вон то облако. Правда, оно похоже на корову? А? Ножка. Полезно, что ли? Пароход уже в бухте, давай быстрее. Да-да. Стой. Не поворачивайся. Не поворачивайся. Как тебя зовут? Женя. Вот, красота. Спасибо. Вот, возьмите. Благодарю. Храни вас Господь. Храни, храни. Николай Петрович, я здесь. Черт, да успокойся ты, Маш. Из бухты до острова всего-то... Километров 7. 7,5. Угу. Рай уже совсем близко, а? Да. Рай. Тяжело. Вита, ты или ты? Ампу мотор какая-то. Ай, копай нам. Эй, нуперсты не дула мерки перилла. Акия! No niin, katsotaan tänne. Timo, mitä tässä on kirjoitettu? Erä. Mitä erä? Здорово это у тебя получается. Как это ты так? Руками. Научишь? Слушай, теперь каждый сам за себя, поняла? Мало что я... Что? Красиво. Очень финский. Не красиво, а каунист. Каунист. Йо!
Кауништа. Да, красота. Вело кузе 7 лет сидит. Еще каких-нибудь 6-7 лет назад это было Россией. Да нет, там кайки. Теперь это все наше. Сегодня ваше, а завтра еще чье-нибудь. Любой, даже самой сильной власти, рано или поздно приходит конец. Окин Кауништа. Я говорю по-русски. А. Говорю очень красиво. Скажите, а почему пьяных много или спившихся? Да они тоже на остров едут. Это все ваши. Пьют от тоски, не осилят себя, ну и едут к нам выдерживаться. Вот, говорят, рай-рай. А у нас уж строго. Тут за прошлый месяц даже один бывший царский генерал приезжал. Лечиться. Все молился за матушку России, да пил горькую. Несчастливец. Да и что ему осталось? Ну, сами-то вы не тоскуете? В России. А чего тосковать-то? Да революции после, границы военные. Финляндия. Что изменилось-то? Как жили, так и живем. Вот она. Моя Россия. Полегче, полегче. Новостей всем достаточно. Петя, Петя! Маша! Здравствуй, здравствуй. Ну как ты тут? Ну, сама видишь, третий день то солнце, то дождь. Здорово, брат Петр. Добро, ну что, господа эмигранты, добро пожаловать в заповедный уголок старой доброй матушки России. Началось. Живет родимый, пока сюда не добрались строители светлого будущего. Ну чего, сейчас нас благословят, потом расселят по этим крысиным дырам, стерут с нас денег и... Здравствуй. Ой! Спаси Господь. Спаси Господь. А я ждал тебя. Знаешь, мне сон приснился, что мы стоим вот как сейчас здесь с тобой. За спиной тебя твой... Ангел небесный путь тебе указывает. Храни вас Господь, отец Святослав. И тебя, брат Владимир, и тебя. Все откровение. Да, да. А это вот гости наши. Знаю, знаю. А уж ты гладенький. Бедный отец Святослав. Скажите, как мне найти отца Маврикия? Прими с благословением Назарий Темишев. И как же там отец Назарий, храни его Господь? Странно. Отличаясь обычным многословием, он почти что ничего не написал о себе. Довольно скупо. И да спасет Господь наши грешные души. Мы уже почти как 10 лет с ним не виделись. Как он там? Жив? Господи, упокой его светлую душу. Когда это произошло? Это... Я не понимаю по-фински. Сенкин пакулайнен. Я спросил, вы с братом сегодня ночью границу пересекли? Да. У Райоки. Чудом. И сколько сегодня стоит это чудо? Я не платил. Я подождал, пока патруль пройдет, и на удачу прыгнул в реку. С Божьей помощью добрались. Так. Вещи на стол, мешок открывать, быстро. А,
Люлина и Каната. Мута. Ymmärrättekö, se on turvallisuuden vuoksi. Saari on myöskin sotilasalue. Niinko? К сожалению, не мы здесь хозяева, но это пока. Herra Ikumeni! Кто там? Onko herra Raatikainen teidän luonanne? Tulkaa sisään, Helma. Terve, Vivi. Olen täällä. Minulla on kiireinen asia teille, herra komentaja. No, puhukaa. He eivät ymmärrä suomea. Ylipäänsä. Tässä on kiireinen uutinen Pääesikunnasta. Tässä on pikasanoma. Hadi сюда. Найдешь отца Владимира, огромный такой. Он тебе все объяснит и даст послушание. Скажи, я благословил. Вечером зайди ко мне, мы с тобой потолкуем. Хорошо. Можешь идти. Спасибо. Hyvä. No, hyvä on. Antaka. Так, слушай сюда, только тихо. Переведи мне все, что они говорили. Мне важно знать. Я не обязана. Не обязан? Но ты вообще понимаешь, что я должен был тебе... Что? Пожалуйста, переведи. Нет. Да черт с тобой. Монахия. Ну вот, здесь и будете жить, монахи. Не дворец, конечно, но да ничего. Кто не знает, правила простые. Всяк живет у нас 3 дня. Потом выбирай. Либо вали отсюда, либо оставайся на острове навсегда. Так что, Максимка, у тебя есть еще время для размышления. Мягкое. А, да. Послушания таковы. Тебя, Шпент, я креплю к отцу Святославу. Это слепой, помнишь? Помню. Ну вот, пойдешь к нему, там спросишь, что надо. А ты, Максим, отправляйся к Киллари нашему, Илариону. Поработаешь у него на кухне. Да, иди прямо сейчас. А то его с утра сказками кормлю. А, только я сначала схожу в храм, помолюсь. Успеешь еще. А молиться можно и работая. Вчера просить устал за него. Он еще опять поставил. Ты ставишь. Ой, может, ближе надо. Дорогие сегодня. Славно это. Мыши. Спас из них нема. Слухай, тебе как зовут? Максим. Максим. Максим, це гарно. Ага. Ну. По батьку, як тебе звати? Юрич. Юрич? А твій отец часом не повар був? Нет, он священник был. Це правильно, що ти від красних збежав. Слухай, Максим Юрич, візьми там на полці синя баночка є. Посип. Це ж яд. Пуглам посип. Я казав Івану, посип, посип! Світле будущее, Ваня, дисципліною. Господи Боже. Та умінням, яким тільки можна поставити. Не руша, но созидає. Яка гадость. Слухай, Максим Юрійович, да. А ти сам-то хорошо готуєш? Ну, що ти можу? Я нічого не можу. Тільки не каже ніхто. Чи бояться, чи вважають. Хто їх знає, все одне правди не дождешся. Максим Юрійович, глядь сюди. Тільки чесно. Ну що? Чесно сказати? Ага. Солі многовато. Сильно многовато. З перцем перебор. Перець, будь воно неладне. Я б ще репу убрав. Совсем. Убрав. Тоді б ще лучковий чуток морковки. О, я вижу, морковка є. Убрав совсем.
Убрал. Отец Святослав! Отец Святослав, где вы? Меня отправили... К вам отправили в услужение. Велели спросить, чего вам надо. И взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей и положил его в новый свой гроб. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень. Когда-то и я все это видел. Чудо ведь, правда? Да. Это место называется предел ангела. Мало кто заходит сюда. Люди любят шум. Любит парадность, а здесь всегда тихо. Это потому, что ангел Господень живет здесь и молится за всех нас. Спасибо, что пришла. Пришел. Отдай. Ты думаешь, когда я слеп, так ничего уж и не вижу. Иногда слепота дает другое видение. Господи, прости. Прости меня, Боже, Господи, прости. Почему вы плачете? Господи, прости. Недостоин, вот и плачу. Вспомнилось просто так, секундное. Там у меня осталась дочь в России. Ой. Сейчас уже большая, наверное. Вспомнилось почему-то, как ей 10 лет было. И она в саду упала и больно-больно ударилась. И слезы ручьем. А я взял ее на руки и нежно-нежно убаюкивал. Уж ты глазоньки зажми, угомон тебя возьми, угомон тебя возьми, сам покрепче ты усни. Пока еще время есть. Ну что, будем ждать. Mm-hmm.
Все, поплыли. Наверное, что-то случилось. У них уже ужин начался. Угу. Все, поплыли. Житие святого Порфирия, чтение. Однажды праздновался день рождения императора Юлиана Отступника. Порфирий, как лицедей, должен был в театре насмеяться, надругаться над христианами. В ту минуту, как он сию целью погрузился в воду и воскликнул, крещается Порфирий имя Отца и Сына Святого Духа, он внезапно уверовал в истинного Бога и, выйдя из воды, начал открыто исповедовать Христа. За сие он был предан страданиям и усечен мечом. Газа есть город палестинский, находящийся по соседству с Москвой. Слушай, а давай все-таки попробую тебя научить рисовать. Нет, серьезно, давай. Просто так? Да. Просто. Тебе нужно знать, о чем говорили солдаты, да? Да. Неплохо бы. Хорошо. Ну, вот и замечательно. Тогда после ужина начнем, да? Молодые люди, я бы попросил вас, во-первых, не опаздывать к трапезе, а это значит приходить вовремя. Хорошо. Во-вторых, у нас не принято вести разговоры за столом. И еще, Шпен, снял бы ты свою шапченку, а? Мужику не пристало есть с покрытой головой. И вши. Он поэтому и ходит в шапке. Вы разрешите, пожалуйста, до завтра пока в шапке, а там как-то попробуем отмыть и вывести. Ладно. Вот это. Вши. Лишай. Господи. Я ждала. Помягче здесь, вот смотри. Так. Вот. Какая-то корова, а не облака. Корова. Ну, ты заштрихуй эту корову. Или, если это корова, нарисуй рога. Ну что, никогда не видела летающих коров? Нет. Нет. Жень, что ты делаешь? Могут увидеть. Шапку одень. Они говорили о какой-то депеше из генерального штаба. Помнишь того солдата в очках, который пришел? Вот он и принес ее, эту депешу. Такой желтый конверт, помнишь? Значит, монахи. Монахи. Я не знаю, почему ты приехал. Может быть, потому что здесь тебе стол и кров. Если поэтому, то учти, ты не один такой. Теперь беглец. От войны, мира, нищеты, смертей бегут и всегда бежали. Только бои здесь похлеще. Бои с волей своей свободной, с гордыней, с самостью. Это, поверь, самый страшный бой. Знаешь, я ведь тоже когда-то приехал сюда, убегая. Бросил гвардию. Эх, сейчас бы полком или армией командовал. Думал, легче здесь.
Но ведь и в обители погибнуть можно, и в меру спастись. Чего вы от меня ждете? Что в ноги вам брошусь? Грабил, убивал, прелюбодействовал, не любил ближнего своего. Откровений ждете? Их нет. Я хочу стать монахом. Я ни от чего не бегу. Не бежишь? Просите, и дано будет вам. Стучите, отворят вам. Какой же вы отец, если сын попросит вас? Вас о хлебе вы дадите ему камень. Что там страшно? Большевики там что, убивают все, да? Но все это... Знаешь, мне сон недавно приснился. Будто бы я совсем малыш, живу в нашем доме на Малой Подьяческой. Захожу и... Ну, все. Вокруг вода. Все будто тонет, уходит куда-то. Потом уплыло все. Уплыло. Зачем они все разрушили? Во имя чего? Во имя светлого будущего. Царствие Божие. Так ведь рушить, не строить. Царствие Божие на крови не выстроишь. Да нет. Там не страшно. Обычно. Обычно. А здесь вот страшно. Ты знаешь, вроде бы ничего не происходит, а страшно. Смешно. Когда советская власть у вас там пришла, мы государевы портреты здесь все поснимали. Как собаки, поджав хвосты, притаились. Что будет? Что будет? А что будет? А ничего не будет. В том сами и повинны. А я вот, знаешь, держу его здесь. На случай, если... А что если... Как будто бы там еще есть что-то. А ведь ничего нет, да? Послушай, я не знаю, зачем я все это наговорил. Хочешь монахи, будет монахи. Поживи здесь у нас. Потрудись, присмотрись. На это ведь тоже время нужно. Главное, веруешь ли. На природе оно свежо. И ніякій тобі воні. А с другой стороны, рыба. Рыба, она ж воняє не по своей воле. Так, Максимка? А чому рыба воняє? Рыба воняє, потому що стухла. Вона стухла і воняє.
А покамест она свежая. Покамест ее поймали свежую, она пахнет. Угу. Ловцы. Ловцы рыбы, ловцы человеков. И говорит им: ступайте за мною. Я сделаю из вас ловцов человека. Угу. Вот так и мы, Максимка. Словили тебе. А зараз главное, чтобы ты не протух. Вилли? Вилли? Кайкину Урис тогда ты видел. Все ты эти газеты. Ты, Халотте. Вы, Вилли, так хотите быть вместе с цивилизацией? Но? А я тлен это. Мне кажется, Китая можно узнать много нового. Но мита мили. И что же нового на этот раз? Но? Сам читать. Тема у меленькинтоста. Ну вот, например. Suomalaiset rajavartijat ovat luvanneet 200 000 марок за поимку девочки, переводившей нелегальных советских иммигрантов через границу в районе реки Раяоки. Финские власти подозревают ребенка в содействии советским спецслужбам. Могу я поговорить с Максимом? Ну, раз надо тебе, говори. Кто ж тебе мешает? У меня несколько приватный разговор. Ну, коли приватный, тогда уйди нигде. Наши мне ваши приватности слухать. Послушай, у меня такое дело есть. Говорят, что сегодня обед готовил ты. У меня к тебе такая просьба. Сегодня у моей сестры День Ангела. Мы там у меня собираемся, немного будем веселиться. Не мог бы ты организовать для нас, ну, как это сказать, небольшой банкет? Я тебя описательно отблагодарю. Ух ты!
пела пусовар из хей хей вильвей вильвоу вильвей коркела пусовар из коркела пахамецами хей хей вильвей вильвоу вильвей коркела пахамецами Хорошо. Хорошо. Бум. Браво, Ильота, браво, Ильота. Браво. А вы знаете, я, говорят, в юности тоже неплохо пел. Может, мы с вами как-то вместе споем? Что? Ворота Сон Вайма. Осторожнее, у вас там жена. Хэнон Сэлла. Она там. Сколь? Ваше здоровье. Итак. Эта песня, наверное, для тех, кто понимает здесь русский. Я сейчас флиртую при своей собственной жене с другой женщиной. Но ведь это можно человеку, эмигранту и потомственному дворянину, человеку, который все потерял, а теперь как приживалка пьянствует на последнем кусочке собственной родины. Ничтожество, господа! Выпьем же. Просто выпьем. Я с удовольствием. Ну, Нин, вот это да, Мура, Эхтиминен. Вот это Амалья. На них. Я думала, что ты хороший, а ты ведь с ними, да? Это все они? Кто они-то? Они. Женечка. Нет, нет, Жень. Я знаю, ты приехал сюда убивать. Кого? Почему ты не убил тогда меня? Я не знаю. Кого ты должен убить? Что это? Читай, читай. Начальник береговой. В общем, офицер Рати Канино, центральный штаб финской армии. Дальше, дальше. Вас о том, что... Остров прибывает бывший экс-регент Финляндии, теперь генерал Карл Густав Маннергейм.
Ну вот, я вас и дождался. Что вы имеете в виду? Не валяйте дурака. Я знаю, кто вы, товарищ. Нет, в этом нет смысла. Тем более, что вам несказанно везет. В общем, так, в устранении генерала заинтересованы не только ваши комиссары. В Финляндии есть силы, которым не нравится, куда он ведет страну. Поэтому вы сделаете то, что должны сделать. Интересно все-таки, почему именно вы? Вы совершили так много проколов. Это крайне непрофессионально. И эта девочка, она ненужный свидетель. Наверное, ее уберут. Ключи. В общем, бесконечный спор у нас с тобой. Ну ты же постоянно со мной недобрый. Святыми молитвами. Идут. Панный день. Приятно глядеть. Эх, скоро чистыми будем. Ага. Утри. Да-да. Да, только бы к его приезду успеть. Ничего, успеем. Ну что ж, пойду этих негодников мыть. Давай. Бог тебе в помощь. Живей, отец, давай! Отец, живей! Отец Антоний, чего там копаешься? Так. Ну, где твой шпен? Ты же сам говорил. Отмоем, почистим. Я подумал, он же заразный, может, после всех так безопаснее будет. Да? Да. Ну ладно, после его Риона пойдете. Он обычно последний моется. Угу. Так, живей, кто там? Все, слышим, идем. Все, пошли. Женя. Женя, ты скоро там? А? Давай быстрее. Ты убьешь его? Не должен. Кому? Кому должен? Не убивай его. Держи, что ж такое? Держи. Для такого дела надо. Держи. Вот так. Voi, kuinka paljon pölyä. Tämä olisi pitänyt suistella ennen nimittämistä. Закрепляй уже. Господи, натягивайте это куда ты. Ровнее. Убери эту щепку. Ну что? Я никогда его вживую не видел, всегда мечтал. Что ж, сегодня твоя мечта сбудется. Прекратить разговоры. Давай быстрее.
гражданин Финляндии, я могу как надо поприветствовать своего национального героя. Да здравствует генерал Маннергейм! Ура, православные! Ура, генерал! Ура! Господин Ратиканин, подпишите. Ну что там? Не вовремя. Так, здесь еще. Так. Вот. Он кокайки вал место? Ну что, все готово? Да. Хюва! Хорошо. Молодец. Сегодня наш день, Максим Юрьевич. То и гляди, что Маннергейм себе вторую персональную порцию в номер захочет. Такая нам честь. Прямо саму себе в руки плыве. Поговорить? Да, я бы хотел поговорить с Максимом. А, приватно? Приватно. Ну так, вот он говори. Нет, не делай это, не делай. Ну почему не вчера, не завтра? Все как-то наспех. А ехать-то мне сегодня. Так, подожди, подожди. Золото, известь золото. Так, напиши, на. Пришли. Что? А так, все, иди, ступай. Как иди, а смета? Я сам проверю, это все составлю, я оставлю здесь или у Климента. Иди. Давай, давай. Так, и извести. 8 мешков. Золото. 15 кило. Прачки поют, хор там у них. Все как-то не к месту. Ты меня извини, видишь, я весь в заботах. Ничего, я подожду. 200, 6, 17, 223. Ты уже знаешь? Знаю. А даже если бы не знал, и так все понятно. На северном мысе 2 новых дота. В январе привезли пушки. Школа для детей военных. Все ведь и шло к этому, да? Для монастыря целый остров – это слишком, да? Мы мешаем армии. Я все понимаю. Месяц-два, полгода, и вы переведете нас отсюда. А потом... Потом и монастыря не станет. Чего тут не понимать? Так, ультрамарин. 3 килограмма. Ультрамарин. Ты что же, сам всем этим занимаешься? Считаешь все, утверждаешь? Сам. Угу. Удивительно, как меняются люди за 40 лет.
Когда мы учились, я и представить себе не мог, что ты, что в тебе все это есть. Когда мы учились, мы были совсем другими людьми. Красиво поют. Да. Это финские девушки поют. Православные. Они сами там каждое воскресенье собираются и поют. Оставь монастырь на острове. С военными мы как-то уживаемся. А придет война, Бог поможет. Маиста. Что? Пробуй. Ням, ням, ням. Что, живой? Хорошо. Ладно. Накрой здесь все. Закроешь, ключ отдашь охране. Что ангел тут, и что он молится за всех нас оберегает. И если один очень-очень хороший человек запутался и просто делает плохие поступки, потому что ему так сказали, а другой человек сейчас умрет, то... Тише, тише. Молчи, слушай и повторяй за мной. Благодарим тебя. Владыка человеколюбче. Царя веков и подателя благих. Царя веков и подателя благих. Всяку распрю, отми все разногласия и соблазны, яко ты си мир наш, и тебе славу воссылаю. Я не понимаю по-фински, простите. Зажгите свет.
Что вы здесь делаете? Кто вы? Я принес вам ужин. У вас кровь на лице. Вот вытрите. Вы сказали, что не знаете финский. Вы из эмигрантов? Да. Послушайте, мне надо принять одно решение. Оно будет зависеть от вашего ответа. Вы могли поехать куда угодно. Почему вы приехали именно сюда? Светлое будущее теперь. Не знаю. Thank God, boys. Идите. Бог с вами. Сами себе подписали смертный приговор. Вас уже нет. Нет. Я знаю. Меня уже нет. Сота. Ennemmin tai myöhemmin, sinä alat uudelleen. Война. Когда-нибудь ты начнешься снова. Правящие круги Финляндии превратили эту страну и прежде всего Карельский перешеек в готовый военный плацдарм для враждебных Советскому Союзу стран. Политика нынешнего правительства Финляндии вынуждает нас принять немедленные меры по обеспечению внешней государственной безопасности. Как все мы помним, 26 ноября 1939 года финская белогвардейщина предприняла гнусную провокацию, обстреляв артиллерийским огнем воинскую часть Красной армии, расположенную в Манила на Карелии. Ваниных кормить пойдем потом. Да, Жень? Вот клинит, а?
Митька, ты это, придем, топоры отработай, а то покалечится кто. О, ребятушки, красавица наша идет, обедушку несет. Время-то военное, а кушанье степенное. Да, верно говорят, без женщин-то никогда. Вот и у нас выросла. Ангел-то наш Женька-хранитель. Максимка, ты есть-то иди. Что ж так себя изводить-то, а? Каждую зиму одно и то же. Ты меня слушай. Я твой духовник. Я. Поешь. Силу-то нужно откуда-то брать. Я серьезно говорю. Хочу быть к классу. Забей клинья во все топоры. Сам же не рубишь. С тобой последнее время. Голова не победили. Оторопись! К храму! Предел! Всем предел! Отец Владимир! Сейчас! Давайте! Швидче, хлопцы! Швидче, давай! Давай! Ой, пробачу! Подожди, все кончится. Кончится, красавица, кончится. Слава тебе! Херакумента! Господин офицер! Помогите! Господин офицер ранен! Санитар! Вилли! Послушайте! По-моему, это конец. Вчерашние планировки в верхнем ящике. Остальные... Отче наш, сущий на небесах. Так, ты же делаешь ей больно. Давай, давай, пусти меня. Я покажу. Пусти. Ну что, кручинушка, замучил? Давай, доиться надо, надо, надо. Давай, родная, давай. Ничего, нормально. Шутит, не теряет чувства юмора. Сам понимаешь, в его-то возрасте. Потерпи, потерпи, моя хорошая, потерпи. А знаешь, что сказал отец Маврикий? Он хочет отправить меня в Микеле. Или тебя. Отправить. А знаешь, почему? Что? Знаешь, почему? Потерпи, потерпи, моя хорошая, потерпи. Знаешь, почему? Знаешь.
Они, кажется, нам дали всего сутки на сборы. А приказ запоздал. Только сегодня пришел. Должен был во вторник. То есть, ну да, вот елки. Теперь, оказывается, мы на советской территории. Отец Маврикий, мы на советской территории? Я говорю, мы на советской территории? Подожди, сейчас. Держи это. На советской территории. Казалось, были на финском? А, даже на закрытии. Чугунные листы грузи. Ну, яки листы! Яки... Господи, прости. Максим! Максим Юрич. Да воскреснет Бог. Расточатся вразе иконы, да бежат от лица его ненавидящий Бог. Яко исчезает дым, да исчезнут. Яко тает ложка от лица огня. Яко да погибнут бесед от лица любящих Бога, вспоминающихся... Максим! Максимка, какая красота. Да, древняя. 13-16, не знаю. Да, вот тогда умели писать. Просто, но как? Ее было установить, но поздно. Я вот что хотел. Господи Иисус Христос, я не Боже. О, меня уже опередили. О, швыча, швыча, Максим, давай. Да. Уже поздно. Путем домалюешь. Господи, помилуй. Отец Ларион, погодь, ты про листы-то чугунные не забыл? На Финляндии находится в тяжелейшем состоянии. Население всех переданных Советскому Союзу территорий эвакуируется в кратчайшие сроки, что заставляет людей бросать свои дома и хозяйства. Ё-моё. Поехали. Трогай. Трогай. С Богом. С Богом. Двинули. Инка! С Богом. Який кіон? Який кіон? Що ж ми все забуваємо-то? Все забили. Всю жизнь свою забили. Что? А? Забыл чего? Да, все, сейчас. Максим, куда ты? Кто здесь? Здесь есть кто-то? Прошу вас. Максим на острове, а там наступают. Пожалуйста. Советские войска наступают. Не останавливаться. Примите лошадей. Не погубите. Пожалуйста, пошлите туда кого-нибудь. Ну, кого-нибудь. Господин настоятель, нет. Ребята, передайте им лошадей. Красные наступают. Пожалуйста. Пожалуйста. Кто вы?
я? Вы спрашиваете, кто я? А кто вы? Какую роль играли? В чьем спектакле? Вы можете ответить себе на эти вопросы? Ну вот видите. Я вижу на вас ряса. Вы знаете, она очень идет. Впрочем, она также шла и вашему отцу. Прекрасный костюм. Прекрасная маска. Я не ношу маску, это и есть я. Да у вас даже имени своего нет. А вы еще говорите о каком-то я. Смешно. А вы никогда не задумывались о том, что человеку подвластно многое? Воображение — великая штука, друг мой. Оно способно создавать и разрушать миры, вселенную. Чего вы от меня хотите? Чего я от вас хочу? Да теперь, пожалуй, ничего. Да, ничего. Мы уже все получили. С вашей стороны задание провалено. Впрочем, я предполагал, что так оно и произойдет. Правда, лучшей кандидатуры на тот момент, увы, не было. Сейчас вы находитесь на нашей территории. И мы можем сделать с вами... Так чего же вы ждете? Начинайте. Твою мать! Кого я вижу? Ребята! Жонов. Ребят! Душили, душили вас, сука, попернее. Все мало. Ничего, сейчас получишь свою порцию. Че ты там бормочешь? Молитовку? Ивашов! Да где вы все? Слышь, старший лейтенант, здесь! Куда пока раз живой, все прибудут. Я должна сущно, конечно. Кушай. Мы оставляем людей на свое искушение. Избави нас от лукавых. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно. Сюда! Сюда! Максим!
летающих коров, пяти из летающих. Все будет хорошо. Все у нас будет хорошо. Видишь, как получается? Видишь, как получается? Слышишь меня, Макс? Видишь, как? Простите. Я люблю тебя. Простите. Я люблю тебя. Я не знал. Я люблю сейчас буду.